Друзья, приветствую вас. Вы на канале интернет-магазина Милана. Сегодня у нас интересный обзор. Значит, заказная курточка, это шевретка ВВС СССР, ну и России, можно сказать, потому что она из тех времен. Вот. Подписчик заказал у нас из Санкт-Петербурга такую курточку, не было в наличии, вот размер М приехал. Я тороплюсь снять вам видеообзор из-за того, что мой размер. Это мой размер, надо ее срочно отправлять ему. Но я решил вот сегодня по-быстрому снять вам, чтобы вы поняли, как она выглядит, как сидит. Вот. Это шевреточка фирмы Airborne Apparel, это не военная, вот, она модернизированная, улучшенная, так сказать, вот, но есть фирменная такая, ну, заводская, то есть военная куртка. Это переработано немножко, улучшена кожа, улучшена подкладка, в основном кожа, конечно, кожа здесь это вообще вечная фактически, это неубиваемая. Кожа буйвола, при этом она мягкая, но толстая. Вот. Ну, интересная модель. Сейчас раз рассмотрите ее. На сайте она у нас, знаете, в таком в коричневатом цвете. Сейчас производители изменили немного, сделали ее. Ну, разные партии приходят. Вот у них сейчас концепция в оливковый оттенок. То есть темный цвет, темно-коричневый, и черный, и легкий оливковый такой оттенок. Ну, как бы в стиле милитари, защитный такой цвет больше, ну, хаки. Вот. Ну, и как бы, так как куртка в милитари, ее решили сделать вот в таком цвете, немножко в оливковом, как бы ближе к военной тематике. Вот. Куртка называется L2. Вот. Классная куртка, это, ну, на знаменитый наш самолет, Великой Отечественной. Вот, танк, так сказать, летающий танк. Вот, так что, друзья, кстати, в нашем городе у нас памятник стоит вот этому самолету. Его достали из болот, вот, и вот поставили на постамент в Самаре. Тебе хороший памятник, вот. На главной улице стоит. Ну вот, перейдем, значит, к шевреточке. Интересно, ее обыграли. Вот, компания Airborne Apparel специально для нашей компании, ну, для России сделали. Вот, крупный воротничок съемный. Вот, кожа буйвола. Здесь вот шилдик, крылья, звезда. Вот, подстежечка. Удобные кармашки такие объемные. Здесь регулируется с боков. На спине, ну, топ-ганчик, крылышки традиционно, чтобы не стеснять движение, вот, там, в боевых условиях, так сказать. Довольно широкая пройма, карманы, вот, здесь карман не очень глубокий, вот, но такие хорошие карманы. Вот, из-за чего глубокие не сделали, потому что внутренние есть карманы, и здесь, и чтобы они друг на друга не накладывались, поэтому сделали неглубокие вот эти карманы. Внутри покажу, как сделано. Вот здесь вот выбитая Airborne Apparel, такая ветрозащитная планка. И внутри, смотрите, как интересно сделано. У него подстежечка сделана как куртка. То есть вот так-то она, смотрите. Она идет, она пристегивается в рукавах, идет как такая курточка, но она выполняет роль подстежки. То есть ее можно носить отдельно, я потом покажу. И как подстежка в целом она используется. То есть вот так одеваете ее, застегиваете подстежку и потом куртку. То есть это как зимний вариант, утепленный. Но прикол в том, что ее отдельно можно носить. Вот так обыграны здесь кармашки, фирменный знак. Прям вот жилеточка такая, вернее курточка легкая. Ну, перейдем к куртке. Два внутренних кармана, один на молнии глубокий. Вот. Второй кармашек на пуговичке. Вот он. Здесь он. Девица нарисована. Вот здесь самолет тоже L2. Подклад ХБшный. Вот здесь такое, ну, кабина самолета. На куртке тоже ХБшный подклад. Воротничок из овчины, натуральная овчина, он крепится на пуговичках и вот на кнопочках. Вот, и можно его снять. Я потом сниму и померю без него. Покажу, как застегивается. Ну, вот так вот. Здесь вот в этом месте сложная такая штука.
Я и жилетку потом померяю. Вот так вот она застегивается, и потом покажу, как все это выглядит. И вот эта штука светозащитной планкой. Вот. И фиксируется здесь молния. Вот так вот. И здесь тоже на груди есть вот такой фиксатор. Наверное, я камеру закрываю. Вот и под горло можно застегнуть. Воротничок довольно крупный, прям объемный такой крупный воротник. Подстежечка идет и в рукавах. Здесь, видите, вот она. Вот, на пуговичках специальных крепится. Вот, и чтобы она не вылазила. И вот, и когда снимаете. И вот, то есть рукав тоже утеплен. Ну вот, друзья, вот такая шевреточка. Airborne, фирма Airborne Apparel. Надо ее, наверное, померить мне. Показать вам, как это смотрится. Не сильно длинная такая моделька. Ну, чтобы удобно было и в самолете, видимо, сидеть, когда ее делали. Сейчас покажу, как она смотрится в зимнем варианте. Потом все сниму и покажу, как все это будет выглядеть в осеннем. Ну, вот такая курточка. О, мне уже жарко прям, если честно. Вот такая. Застегиваем здесь подстежку. Сейчас покажу. Где она? Я что, ее неправильно одел? Да. Я ее неправильно одел. Сейчас, минутку. Не поправил. Вот. Вот теперь, да. Вот. Вот так вот она застегивается. Вот. Вот эта жилеточка. И потом застегивается сама куртка. Не буду я застегивать. Зажарюсь. Ну вот, так вот она выглядит. Средненькая длина. Ну вот, чтобы понятно было. Чуть задницу прикрывает до середины. Вот. Воротничок можно поднять. Здесь горло застегнуть. Ну вот, сейчас покажу, как все это выглядит без меха. Сейчас все сниму, покажу, как она в каком варианте демисезонно. Опа! Уже жарко. Фу, теплая зараза. Вот, сейчас я все сниму, покажу, как она выглядит в осеннем варианте. Вот, друзья, все отстегнул. Возвращаемся к шевреточке, вот в осеннем варианте. Вот воротничок снял, обратите внимание, вот он, вот так вот крепится он. Вот такой из натурального меха, темно-коричневый воротничок. Вот курточка и вот подстежка. Вот подстежка, вот она вот так вот выглядит. Также она вставляется в рукава, крепится на таких на резиночках, на пуговичках внутри. И вот такая подстежечка. Сейчас я ее одену, посмотрите, как подстежка отдельно смотрится. Опа, вот сюда повешу, чтобы не упало. Вот. Подкладка тоже с рисунком самолета, ХБшная. И там холофайбер стоит небольшой, стеганая. Темно-коричневый цвет. Ну вот, такая вот жилеточка. Вот. Ее можно прям повседневно носить. Я не знаю когда, но вот как ветровка. Вот, ну, на любителя. Как вариант можно использовать весной там. Вот со спины покажу. Вот так она выглядит. Сейчас застегну, посмотрите. Вот, кармашки. Внутренние карманы. Есть два внутренних кармана на этой курточке. Так, это вот ветровочка такая, подстежка универсальная, которую носить можно. И сейчас саму куртку одену как в осеннем варианте, весеннем. Мне она, кстати, без этих воротников даже больше нравится. Вот в таком виде, как есть в осеннем. Не знаю, как вам зайдет, нет, но мне больше нравится, когда вот в таком виде она смотрится. Как-то поприятнее выглядит. Эти крупные воротники, ну зимой, конечно, когда холодно. Сейчас застегну. Когда холодно, конечно же, она все это понадобится. А так вот, на мой взгляд, вообще вот так вот смотрится. Чтобы полный рост, не знаю, как там камера. Ну, смотрите. Вот. Приятная курточка. Вот.
Смотрите. Здесь шилтик такой аккуратненький. Здесь можно затянуть снизу. Регулируется. В спине не тянет. 48 размер. Ну как вам? Мне кажется, так лучше смотрится. Вот. Ну как повседневная. Захотели воротничок, это уже в морозы, там зимой, там, когда холодно. Но вообще вот так вот. Как бы. Вид приятный достаточно. И цвет такой, мне даже больше. Вначале я что-то разнервничался. Вот говорю, зачем цвет поменяли, там более оливковый сделали. А сейчас присмотрелся, мне нравится. Ветрозащитная планочка. Карманы удобные, то есть все документы. Кармашки, сейчас покажу, какие. Мощные карманы. Глубокие. Тут какие-то кнопочки запасные. Ну вот, такая куртка. Шевреточка, друзья. В сезон все сложно получать. То сырья нету, то кожи нету. Поэтому, друзья, если хотите заказать, все нужно делать заранее. Напомню, друзья, сайт наш называется milana163.ru. Понравилась модель, хотите заказать, узнать актуальную цену, под видео ссылка. Заходите на наш сайт, под видео ссылочка, заходите на наш сайт по ссылке, делаете заказ или в поисковике просто набираете milana163.ru. Видео вот внизу экрана, название нашего сайта, бесплатный номер телефона, по нему можно позвонить. Также у нас под видео ссылочка в описании. У нас есть телеграм-канал, подписывайтесь, я там особо не, активность не веду, но на всякий случай подпишитесь, доставать там не буду, ну мало ли, вдруг что там, какая-то информация появится, всегда получите. Вот, покажу, как она выглядит, кстати говоря, вот она, поближе, вот так вот она выглядит, интересно, ну подкладочка такая нарядная. Вот здесь тоже, здесь по типу флисовой такой, вот внутри отделка. Между ними стыкуется кожей. Здесь шилдик такой самолета на Ил-2 и как бы его оттиск на кожаном патче таком. Так что вот, друзья, и здесь вот тоже можно застегнуть грудь, когда ветер, прохладненько. Вот этот воротничок фиксируется. Вот, и вот так вот можно его закрыть горло. Тоже удобно. Повторюсь, сайт наш называется, друзья, milana163.ru. С вас лайк, подписка обязательно. Ну как нам без этого никак. Вот. В комментариях пишите все, что интересно. Повторюсь, актуальную цену узнать под видео, ссылочка. И, друзья, не ждите сезона. Вот будет сезон, я закажу. Сезон начинается, товар... У нас серия, понимаете, EML, XL, 2XL, 3XL. Мы заказываем в серию 4 штучки. Продается все. Продался, мы в 10 размерах все не заказываем. Вот, поэтому лучше заранее делайте заказ, потому что когда сезон начнется, много заказов и просто товара не хватает. И на фабрике бывают перебои с кожей. Короче, трудностей больше, чем хотелось бы. Вот, ну вот... Не массовый товар, поэтому ограниченный спрос и, соответственно, закупаем не так много. Много очень под заказ, очень много, поскольку если надумаете, лучше заранее все это просто. Люди обижаются иногда, вот там я решил, там думал, сезон настал и вот думаю, куплю. А уже продан, либо размера нету, приходится ждать. Ну ладно, все риторическое. Сейчас покажу вам все поближе. Посмотрите текстуру кожи. В деталях хочу показать вам все. Спасибо. Да, друзья, вот поближе обещал вам показать шевреточку. Ил-2. Вот такой у нее оттенок кожи. Текстура. Вот такая вот, видите. Вот такой шилдик у нее. Оттенок легкий, оливковый, ну защитный такой цвет. Прокрас неравномерный, специально темный цвет со светлым перемешан. Камера, конечно, искажает. Сильно искажает.
Вот фокусируется. Кожа мягенькая, видите, она не дубовая. Вот она. Скрип такой приятный у нее. Вот. Подкладка внутри вот такая. Кармашки. Так-то она выглядит. Со спины сейчас покажу. Вот здесь крылышки. Вот так вот. Регулировка. Вот. Вот, пожалуйста. Сейчас подстежечку покажу поближе вам. Вот такая. А это вот подстежка. Вот она. Вот, темно-коричневая. Стеганая. Здесь вот. Так вот сделано. Вот, кармашки интересные. Внутренние карманы. Со спины вот так вот. Опа. Сейчас поверну ее. Прошу прощения. Вот. Так вот она выглядит. Универсальная модель. Ну и мех, воротничок. Вот он. Такой вот воротничок. Тоже из овчины, из натуральной. Вот он. Красавец. Вот такой вот. Ну вот, друзья. Вот такая шевреточка. Пожалуйста. Заказывайте. Напомню. Сайт наш называется milano163.ru. Ссылка под видео на наш сайт. Либо в поисковике набирайте milano163.ru. Ну все. Делайте заказ. При заказе вы вносите свои мерки, чтобы нам правильно подобрать размер. Рост, вес, объем груди, объем животика, объем бедер. Все, я получаю ваш заказ. Вот. И все, четко подбираю размер и доставляем пункт выдачи вашего города. Оплата после примерки. Если это не индивидуальный заказ. Ну все, друзья, напомню. Самое важное — это лайк и подписочка. Спасибо большое. Ну вот, вот она. Красавица.